Всем привет! Я нахожусь в немецком городе Хойсверда. Мы пришли в зоопарк, и на территории зоопарка есть старый замок Шлёс. В этом старом замке сделан городской музей. Очень много экспонатов, старые мундиры, старые фотографии. Инструменты. Барабан, велосипед. Вот хочу вам показать велосипед. Вот, пожалуйста, гляньте, не видно никакой ни цепки, ничего. Можно подумать, что это самокат. Но если присмотреться, то видно, что вот идет в одной из вилки идет кардан. Вы крутите педали, кардан передает вращение на ось. И все крутится, все едет. Вот так вот раньше было просто и оригинально.